ребят, заехали сейчас в поселок Мирный. Находится он недалеко от Поповки. Заехали на площадку. Сейчас вам покажу. Площадка просто огонь. Стоит самолет, вертолет. Плюс это все совмещено с детской площадкой. Дети просто в восторге. Будете сюда ехать на Беляус, заедьте, не пожалеете. Много людей гуляют. Сейчас подойдем к вертолету. Первый раз такое видим. Так еще как, да? Вот именно на детской площадке, где много детей, чтобы вы это увидели. Ну да, детям развлекуха. Друзья, на часах сейчас 7:30. Заехали сейчас в магазинчик. Сейчас Аленушка там что-то купит из продуктов. Ну, докупит, собственно, мы уже заезжали, мы там купили всего, там чуть-чуть осталось. Ну, и поедем искать местечко. Там подъедут ребятки, Даринка с Саней и с Настей. Всем привет! Вы на канале «По крымским сделам». С вами Ваня и вся наша большая семья. Ленушка, Богданчик, Ленька, Тимох и кошечка Мурка. Приехали мы сегодня с вами на крымские Мальдивы. Коса Беляус, недалеко от поселка Мирный. И здесь такая красота, друзья. Даринка, Аленушка, помашите ручкой. Вот такая вот большая веселая компашка. Погода хорошая. Море прозрачное, медуз практически нет, заплывал на глубину, встретил всего лишь одну медузу, и то вообще где-то на глубине. Южная сторона, друзья, Беляуса, крымские Мальдивы, собственно, вот вам сентябрь месяц, и очень много людей, все отдыхают, и несмотря на то, что уже осень, несмотря на то, что уже, собственно, не лето, лето уже позади, но, тем не менее, народу много, друзья. Может, кто-то себя сейчас увидит, кто-то себя узнает. Чистое море. Мы еще с вами сейчас нырнем в него, поплаваем под водой. Водичка, ну, прохладненькая. Эта прохлада чувствуется больше, когда вы долго полежите на жаре и уйдете в воду. Да, конечно, пока привыкнешь. Друзья, мы сейчас с вами пойдем на Донузлав, посмотрим. Мы нашли единственный, наверное, сейчас открытый проход, чтобы пройти на озеро Донузлав. Это, наверное, самое большое озеро в Крыму. Посмотрите, как мы сейчас уходим. Там вон рыболовецкая шхуна. Карась, лопарь, ставрида, кефаль, все здесь. Блин, а тут оказывается длинная сторона. Нет, друзья.
купаться мы не будем, потому что слишком сильный ветер. Обещали показать, друзья. Вот, наслаждайтесь. Озеро Донузлав – самое большое озеро в Крыму. Посмотрите, сколько водорослей. Мы будем делать салат из морской капусты. Донузлав. Донузлав, что она себе, ребята, представляет? Это самое крупное озеро Крыма, которое до 1961 года было замкнутым пространством. И только в 1961 году прорубили канал 200-метровой ширины, который теперь разбивает Беляус и с этой стороны Донузлав, да, делит. И морская вода пошла в пресную воду, потому что в основном здесь были подземные пресные родники, которые пополняли это озеро. Вообще, по одной из версий, оно образовано благодаря одному из нижних притоков Днепра, вот где Днепровский канал был, да, Северо-Днепровский. Вот это один из притоков. А сейчас сюда зашла морская рыба, и, ну, уникальный состав вообще, на самом деле, у этого озера. Тут и речная рыба водится, и морская, хотя глубина небольшая, всего 28 метров. А по площади 47 километров. Самое крупное, ну, реально, самое крупное озеро Крыма. И мне кажется, самое красивое. Понравилось? Особенно очень. Водоросли. Вот так вот, друзья. Спасибо, Дарин, за информацию. А мы, друзья, сейчас решили пойти все же на Черное море, потому что, как на любой косе, да, с одной стороны, если штормит, то с другой стороны всегда будет штиль. Покидаем мы эти красивые эллинги. Наверное, очень дорогущие. Мне кажется, 1802, наверное, да, где-то вот стандартная цена. Ну, думаю, да, за номер. Так, ну что ж, друзья, в нашем лагере начался обед, идет полное приготовление к трапезе. Даринка делает свой фирменный салатик, помидорки нарезает с укропчиком. Да, собственно, все, что было. Ну, мухи — это нормально, как бы. Так ты они скажи, у нас что везде. Это же ваши домашние помидоры, вы посмотрите, разве такие на рынке найдешь, он пахнет помидором. Друзья, да, вообще вот класс. Мама передала вот домашние помидорки. Спасибо вам, мама. Спасибо, Ларисочка Константиновна. Ну, во-первых, за то, что сына такого родили прекрасно, а во-вторых, за помидоры ваши чудесные. Их, правда, кушать просто вообще божественное, одно удовольствие. Они так пахнут, вот я режу. А мне прям пахнет. Дяде Толе тоже большое спасибо. Они вдвоем вместе выращивают. Зуе. Экологически спасибо чистый. Спасибо огромное вам. Прикормили нас овощами. И ялтинский лук. Как же мы без него? Ялтинцы без ялтинского лука. Просто мы их не встречаем. Когда они без лука своего. Да, лука нет. Вот становитесь рядом где-то. Мы с вами не дружим. Че, Ленечка, тебя обижает? Да, обижает тебя. Вот это большой дядя с мачетом, да? Да, мой маленький, что там? А там дым соута. Папа, тут дочка. Ленчик, отходи. Я не умею.
папа, я и могу задохнуться от дыма, да. Слышь, Ваня, придержи здесь пальчиком, пожалуйста. Что, друзья, идет приготовление. У нас будут на обед макарошки с тушенкой. Сейчас закипятим водичку. Точно макароны с тушенкой или точно. Это будет лагман? Нет, ближе к супчику. Это вот что девочки приготовят. Извините, я вас перебью. Что мы будем готовить? Макароны с тушенкой или это у нас будет лагман? Ну, судя по количеству лагман, воды. Лагман, конечно, лагман. По количеству воды это будет вообще суп. Ну, давай по традиции тогда лайкфак от Дарины. Рубрика «Лайкфак от Дарины». Ты-ты-ты-ты. Ты что имеешь в виду? Чем больше воды, тем другие суп или что ты хочешь услышать? Да, любой лайфхак просто. А, лайфхак? А, лайфхак. Подожди, а что я тебе вчера еще про сок говорила, помнишь? Короче, хотите лагман, наливайте меньше воды, будет такой супа второе. А хотите первое, наливайте больше воды, будет конкретный суп. Его уже лагманом не назовешь. Такой лайфхак. Что, друзья, наш лагман практически уже готов. Сейчас осталось, чтобы он только закипел. И будем подавать к столу. Ребят, сейчас мы с вами подойдем к морю. Посмотрим на этот замечательный закат Беляуса. Насладимся этими замечательными красотами Крымского моря. Уже вечер. Посмотрите, как красиво эти песчаные пляжи с этим прям прозрачным морем. Очень, конечно, красиво. Крымские Мальдивы. Вот Даринка тоже сейчас для вас снимает. Переходите на ее канал, ссылочка будет, конечно же, в описании. Засмущала. Вот, посмотрите, как красиво. Ну что, включаем таймлапс. Провожаем сегодняшний самый замечательный день. Как вот последние теплые деньги. Море продолжает нас радовать, хоть уже и осень, но все равно продолжает нас радовать морька. Смотри, как красиво. Все, солнышко село. Ну, я думаю, на этом видео наше сегодня подходит к концу. Спасибо, ребят, что смотрите нас. Спасибо, что подписываетесь на наш канал «По Крыму с позитивом». Ставите оценку. Пишите комментарии, друзья, для нас это очень важно. Ну и мы будем стараться для вас снимать замечательные закаты, замечательную природу, достопримечательности Крыма. Ну, все, что касается Крыма и жизни в Крыму. Все, друзья, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока, друзья. С вами был Ваня, Аленушка, Богданчик, Ленька, Тимоха и наша кошечка Мурка. Ну и наши друзья по Крыму с Даринкой, Саша, Настя и сама Даринка. Все, друзья, всем спасибо, всем пока.